Кто? Здрасте, ребята! Пожалуйста, помогите мне! Ты кто? Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Новые приключения аниматроников. 15-я серия. Как Фредди и Цыпа спасли 6-ю. Ну чё, Цыпа, допрыгались? А чё? Походу, мы с тобой заблудились. Чё это за район? Я тут вообще никогда не был. Ага, я тоже. Это какая-то фабрика. И никого нет. Ага. Капец, куда это мы залезли? Ля, Фредди, смотри. Это же тот чувак, который был у нас в доме с куклами. Где? Да вон, смотри, пошел. Капец, точно. Это он был с куклами у нас в доме. Не ходи туда, не ходи! Откуда он вышел? Да вон, оттуда! Отсюда? Ага, да! Я боюсь, Фредди! Да ладно, чё ты? Пойдем глянем, чё он там делал, этот... Длинноногий страшный человек. Ну ладно, только аккуратно. Ну конечно аккуратно, чё ты, погнали. Ой, где это мы? Да я не знаю, тихо ты, тихо. Ладно, вечно кричишь. Ой, ля, Цыпа. Капец, это же горящие стрим-трапы! Капец! Ля! И какой-то дохлый мужик! Интересно, а как нам дальше пройти? Я не знаю! Капец! А ты взял с собой оружие какое-нибудь? Ну да, мне папа всегда говорит, чтобы с собой было чем обороняться. Вот тебе! Вы чё? Дайте пройти! Вот тебе! Давай, Фредди! Получи! Они злодеи! Вы кто? Они тут что-то охраняют? Ага, да! Ладно, погнали дальше! Ага! Блин, вот еще они, получи! Получи, вот тебе! Получи! Вот тебе! Давай, Цыпа, гаси его! Получи! Вот тебе! Получи! А ну не трогай мою сестру! Вот тебе, получи! Вот тебе! Получил? А чё они тут охраняют, интересно? Ага, сейчас посмотрим! Ля! Ещё один дохлый мужик! Это какой-то склад! Костёр! Ля! Они здесь кого-то задубасили. Капец. А там кто? Цыпа, там кто-то есть. Ля, я боюсь. Да чё боюсь? Этих не боялась, а тут боишься. Ага. Ты кто? Здрасте, ребята. Пожалуйста, помогите мне.
Ты кто? Меня зовут Шестая. А меня Фредди. А меня Цыпа. Ты девочка? Да, я девочка. Ну ладно. Мы тебя сейчас спасем, Шестая, не переживай. Спасибо большое. Сейчас. Мы аниматроники, я очень сильный, не переживай. Сейчас я разломаю эту дверь. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Давайте отсюда уйдем. Это ужасное место кошмарного Тинмана. Ничего себе, это тот мужик длинный, с черной головой. Да, это он. Так, ладно, я понял, Цыпа. Сваливаем. Ага, хорошо. Полезли, полезли, Шестая. Подлезли, я знаю выход. Да, ребята, погнали отсюда. А куда дальше? Пойдем, пойдем, пойдем. Мы тут разобрались с этими, он, охранниками твоими. Он что, тебя похитил? Да, он меня украл. Нифига себе, гадкий Тинман. Ну выходи, что стало? Сейчас, сейчас, ребята, сейчас, ребята. Здесь Тинман прячет мой плащ, чтобы я заразилась и стала зомби. Какой еще плащ? Он защищает меня от его телезомбации. Ничего себе, пошли покажешь. Он где-то здесь. Он где-то здесь его прятал. Нифига себе, ладно. А какого он цвета твой плащ? Он желтый. Ля, это он? Да, это мой плащик. Нифига себе. А нам нужен такой плащ? Ага, нам нужен? Нет, вы же аниматроники, вам он не нужен. Ну ладно, одевай тогда свой плащ, а мы отвернемся. Да ладно, не страшно. Ну чё, всё? Да, ребята. Ля, классно, тебе так красиво. Ладно, давайте выбираться из этого ужасного места. Поехали к нам домой. Да, поехали. Я вам все расскажу. Ну что, ребята, если вам понравилась серия, как маленький Фредди и Цыпа спасли Шестую, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. И вас ждет 16-я серия. А с вами был я, Кекс Мультипульти. Всем пока!